Едем в поезде Алматы-Кустанай. Сегодня 27 июля 2024 год. Я в шоке. Здесь ругалась с проводником, окно не закрывается. Пришлось туда одеяло запихать. Здесь со мной едет мама, которой 70 лет. Смотрите, как она спит. Мы ее закрыли полностью, потому что очень холодно. Только потому, что здесь не закрывается окно. Проводники говорят, надо ремонтировать, но некому. Время 9 вечера, очень холодно. Здесь вот в коридоре просили закрыть окно. Вот здесь темно, не видно. Тоже просто шторкой закрыли, дует. Это просто ужасы. Вот как... Поезд Кустанай-Алматы, едем до Тобола, в 6 утра выходим, но вот думаем, как же спать, это как во время войны, и причем проводники говорят, это не к нам, техников нет, никого нет, и вот так вот мы легли спать, мама, которая болеет, поменять нам ничего не предложили, механиков нам не позвали, разбирались, ругались, сказали, терпите, все хорошо, доедете до 6 утра. Вот вам и Кустанай, Алматы, где цивилизация.